Приветствую смотрящих, всем здорово. И сегодня у нас видосик, в принципе, о наступающем Новом Годе. Всех поздравляю. И о том, откуда у меня появилось очень много денег. На сервере, как уже многие знают, появился какой-то донат с ником Парус. Чел, я не знаю, сколько он закинул, но тратит он деньги, конечно, направо и налево. Благодаря ему у меня появилось, в принципе, 16 чеков. Вот. На что мы скупаем Бродзе и Небесные страницы. Это видео, не знаю, где-то выйдет, может, числа 31, может, 1 числа, не знаю. Вот, и еще в банке у нас лежит вот такая вот штучка. Кстати, как вы могли заметить, у меня Пегас, тоже благодаря ему. Спасибо тебе, если ты это посмотришь, дружок. Купил у него, очевидно, через цена, потому что на основу он бы мне его не продал. Вот, и лежит у нас такая вот плюс 7. Перенесем ее на 90-е берс мечи. Вот, это уже в скором времени будет. В клане у нас на данный момент находится вот 110 онлайну. Тоже довольно-таки неплохо. Почти третий левел базы гильдии. Думаю, через недельку уже все как надо прокачаем. И, в принципе, в ближайшее время будут доступны КХ-мунки. Также напоминаю про розыгрыш промокодов на 1.4.6. Все, что вам для этого нужно, это подписка, лайк и комментарий с вашим копирабельным никнеймом. Первое место забирает 40 голды. И второе, третье место забирает по одному промокоду на 20 голды. Так, первое у нас место есть. Второе место есть. И третье место. Тоже поздравляю. Так, сейчас попробую другую запись звука, потому что очень сильно слышна клавиатура. Сейчас посмотрим, как будет дальше. В общем, также мы сделали ставочку. Узнаете попозже, куда. У нас будут ГВГшки. И что, в принципе, пока можно сказать по серверу. Заточки продается не в больших количествах. Я, в принципе, купил заточку не то чтобы выгодно, но лучше бы я ее купил сейчас, чем, я не знаю, куда-то просрал эти кораллы. Но кто мог знать то, что вот чел на парусе будет скупать, 7 продают, будет скупать по 2,4 коралловые сундуки. Это, по-моему, вообще, я не знаю, что-то за гранью фантастики. Так, ну и перейдем к сути ролика. Как пройти все-таки соло фащисикером на любом левеле и какой нужен шмот. Шмот нужен абсолютно любой, можете белый, на этот шмот можете не смотреть, вы пройдете с белым шмотом. Все, что вам нужно, это выносливость. То есть, чтобы ваша буря стояла, чтобы вы сразу не умирали, чтобы после ссылки на вампирки вы отхиливались. Где-то 100-110 кона вам спокойно подойдет до 85 уфа. На 95 же шмот нужен чуть получше, нужен неплохой такой круг, 2-3 хотя бы пуха, чтобы раздамаживать какая-нибудь. Вот, в принципе, и все. 95 уф я вам тоже попозже покажу, как его проходить соло. Но пока можете посмотреть на 85 уф. Также розыгрыш на 3 промокода. Лайк, подписка и комментарий с вашим копирабельным никнеймом. Justice, fuck, we let you come for the game. Side by side, we'll fuck up flex. Tell us no problems, we break the rules. Innocent,
Просто тупый дамы, я не знаю.